Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые любители спорта. Генеральный секретарь Федерации волейбола Республики Казахстан, комментаторы Эльдар Амамбаев, Александр Олейник и я, Индира Бектенова, вновь собрались в студии телеканала «Казспорт» для того, чтобы подвести итоги 29-го чемпионата Республики Казахстан по волейболу, но уже среди мужских команд. Здравствуйте, уважаемые гости. Добро пожаловать в нашу студию. Добрый день. И традиционный вопрос. Чем запомнился вам уже мужской чемпионат? Ну, мужской чемпионат в этом году получился своеобразный. Дело в том, что все 7 клубов из 8 представляли, в принципе, имели реальные шансы бороться за медали. Вот. Немножко кубок оставил Казахстана. Начало сезона стало какие-то скомканные впечатления о начале чемпионата, потому что для многих любителей волейбола, для нас, специалистов, тоже кубок прошел. В общем-то, все гранды, которые должны были бороться за медали, они просто выпали из розыгрыша кубка. Это был первый сюрприз. В том числе и «Буревестник» даже не попал в четверку. «Мангистау», команда «Тарас». Вот. Они все не попали. И сюрпризом стало попадание в финал дебютанта национальной лиги команды «Ушкын» из города Кокчетав. И бронзовые медали клуба «Алтай», который в прошлом году выступал со своим составом и показывал, скажем так, не совсем уверенную игру. Это было большим сюрпризом. В свете этого старт чемпионата, вообще весь чемпионат ожидался с большим интересом, с большим нетерпением, потому что, на мой взгляд, в этом году игроки, сильные игроки, равномерно распределились по всем клубам. И это все-таки придало такой колорит чемпионату, что и многие матчи, я не знаю в процентном соотношении, сколько матчей, очень многие матчи закончили со счетом 3-2 и 3-1. 3-0 практически процентов соотношения, в отличие от женских команд, было очень мало. Угу. Даже молодая команда Павлодар, Ритона, да, после кокчетавского тура уже, как можно сказать, взбодрилась, уже вошла, и для них уже не стало грандов, и они тоже уже стали набирать очки, играть, если даже проигрывать, даже проигрывали несколько матчей в 50-х поединках. Это тоже стало для нас сюрпризом, поэтому проходных матчей не было, и ожидаемо мы ожидали все-таки попадания клуба «Тарас», который все время был либо на третьем месте в чемпионате, либо на четвертом, но полный провал последнего тура в Усть-Каменогорске команды «Тарас» и великолепное выступление последних двух туров команды «Исиль» поменяло табель о рангах перед финалом. И команда «Тарас» просто не попала в четверку и боролась за 5-8 места. А команда «Исиль» впервые пробились в четверку, и в конце мы знаем, что они завоевали бронзовые медали. И, конечно же, обладатель кубка Казахстана команда «Атырау», серебряный призер регулярного чемпионата команда «Атырау», в силу известных причин не смогла плей-офф сыграть полную силу, в связи с тем, что уже в первом матче серии плей-офф два игрока получили серьезные травмы и не смогли показать хорошую игру. Достойной замены команды не оказалось, поэтому команда не смогла попасть даже в призеры чемпионата. Угу, спасибо за очень развернутый ответ. Александр? Мне только добавить, что мужская национальная лига в этом году была просто классная. Вот опять же 7 команд, да, хотя я больше, как никто, наверное, работал матч Павлодара, за них болел, отдельно переживал. Вот, но супер чемпионат, супер концовка и даже матч за третье место, да, который получился, наверное, самым эмоциональным, интересным. И я скажу, что вот «Атырау» стал украшением плей-офф, да, несмотря на травмы, да, на повреждения команды, но приглашение опытного специалиста, да, Гребенникова, я думаю, что внесло свою лепту, и он сделал плей-офф очень ярким, очень насыщенным, классным. Во многом даже, я бы, наверное, сказал так, что победа «Буревестника» и титул чемпионства в легком финале, это, наверное, во многом может быть заслугой «Атырау», потому что как они попили кровь «Мангистау», да, и как они играли, очень переживал за них, не скрою, болел в каждом матче, но вот где-то немножко им не хватало, не знаю чего, может быть, да, и Айбат Неталина где-то травмы подкосили, где-то еще какие-то моменты, но то, как команда смотрелась в финальной части, было приятно смотреть, и действительно матчи проходных меньше было, и борьбы было больше, эмоций, опять же, что тоже нам нужно в каждой трансляции. В общем, я считаю, что при всех непростых условиях чемпионат получился очень таким насыщенным.
Ну, вы отметили, да, что болели за Павлодар. Почему именно Павлодар? Я не знаю, наверное, не все матчи, но большинство матчей Павлодара я работал вместе с вами. Азиз Ойгожа, Айзат Азмахан, в общем, это все те ребята, за которых я переживал. Мне приятно было то, как они росли от тура к туру, и даже вот как в Щучинске, да, прибавили команда, когда они выходили против того же Исиля, когда они вышли, Исиль где-то вышел немножко так, может быть, недонастроим, а может быть, еще не отошли от поражения Буревестника, да, там 3-2 на упорная игра была, но то, как Павлодар бился, то, как они эмоционально играли, понятно, что где-то не хватает опыта, да, еще каких-то качеств, но они играли очень достойно. Они, несмотря на свой молодой возраст, может быть, где-то и тренерскому штабу, да, тоже чего-то не хватило, опыта, опять же, того самого. Но парни выкладывались, старались, насколько это могли. И я считаю, что вот к концу чемпионата они смотрелись очень достойно. Я думаю, что Павлодару очень приятно услышать такие слова я на надеюсь, свой адрес они, от Александра Что Ленина. Они не остановятся после этих слов, а будут прогрессировать. Эльдар? Ну, была конкуренция, в первую очередь. Где конкуренция, там и борьба, там и эмоции. И поэтому этот чемпионат был очень ровный, стабильный для некоторых команд. Вот, например, Буревестник с первого тура, начиная до последнего тура. И в играх плей-офф команда выступала очень стабильно, очень хороший подбор игроков. И поэтому, наверное, заслуженно все-таки, что они стали чемпионами, защитили свое чемпионство. Мы знаем, что 28-й чемпионат также был остановлен из-за коронавируса. И в этом году команда Александра Запивалова доказала, что прошлые медали именно на деле не просто так. Раз Александр уже отмечает своих любимчиков, были эти любимчики у меня в этом чемпионате. Ага. Очень множество игр команды Игоря Никольченко. Тарас. Я комментировал игры в первом туре особо команды из Петропавловска, из Селеска. И эти две команды, ну не скажу, что мои любимчики, но они для меня стояли особняком по сравнению с другими командами. Поэтому следил внимательно, болел за эти команды. Ну и правильно федерация наша отметила, что в этом году очень качественно ровный чемпионат, и надеемся, что в следующем, в 30-м чемпионате подтянется команда «Иртыш», и мы увидим более такую ожесточенную борьбу. Действительно, когда за результатами кубками наблюдали, да, в Усть-Каменогорске, по-моему, проходил этот кубок, и когда я увидел список финалистов, я говорю, уж как считаю, это разве так возможно, что команда такая молодая, Наримана Сулейменова, молодой тренер, играет в финале кубка, ну и по сезону ну, хорошо выступали, они очень много крови попили лидерам. Есть и свои разочарования, такие как команды «Алтай», есть и свои новички, есть и очень много интересных новых лиц. И надеемся, что стартующий осенью 30-й чемпионат также будет не менее успешен, чем 29-й. И полон непредсказуемости, да, как предыдущий. Ермек Амрбекович, мы знаем, что федерация шагает в ногу со временем. Вы активно внедряете новые технологии. И как это отражается на судействе? Можете подробнее рассказать? Я сразу скажу, что судейство у нас было на очень высоком уровне, я считаю. Это отметили не только мы, но и другие специалисты, которые следят за нашим чемпионатом, то наши же коллеги Азиатской конфедерации волейбола. Были матчи, которые были очень сложные для судейства. Но в основном мы задействовали арбитров опытных, которые обслуживают национальную лигу. Вот это в основном международные арбитры, международные категории, арбитры, национальные судьи высшей категории, имеющие опыт. Это как Арман Калиев, Сани Берденов. И тот же Бахытжан Суиндыков, арбитры, имеющие... Кроме того, ну, международных арбитрах я хотел бы остановиться немножко отдельно. Дело в том, что последние годы наши арбитры уже входят в число сильнейших арбитров не только в Азии, но и в мире, потому что есть доверие. Я могу привести пример. В 2018 году финал чемпионата, юношеского чемпионата мира в Египте судила первым арбитром Юлия Акулова. Матч между США и Италией. Непростой матч женских команд. Вот, и, который завершился со счетом 3-2. И Юлия Акулова набрала очень высокий балл. Соответственно, подняла свою категорию очень сильно в рейтинге. Второй пример приведу. Это Ирина Кабулбекова. Она обслуживала матчи молодежного чемпионата мира в Мексике. Айдос Ахметов отработал клубный чемпионат Азии, финал. Он работал очень ответственную должность. Он был арбитром по челленджу, по видеоповторам. Вот. Практически никаких ошибок он не сделал. Вот. И надо отметить Нуржана Умерзаха. Он судил финал чемпионата Азии среди взрослых команд. Иран, Австралия. Вот. Поэтому и Дошан Уалханов судил финал молодежного чемпионата Азии.
первым арбитром. То есть наши арбитры всегда в обойме. Вот. И ваш покорный слуга тоже отработал 2 очень серьезных турнира. Чемпионат мира среди молодежи Бахрейна техническим делегатом. И супервайзером чемпионата Азии в Южной Корее, женского чемпионата Азии. Поэтому мы всегда внимательно за собой следим. Мы тоже сдаем экзамены, мы тоже следим за изменениями в правилах. Потому что правила в волейболе такие, что они простые, как бы, есть обычные правила, но есть вторая книга у нас, она называется «Книга прецедентов судейства», она называется «Книга случаев». Да? Вот это 100 страниц текста, которую не знает, мало кто знает. Это знают только арбитры и знаем только мы, инспектора. К сожалению, ни главные тренеры команд, ни игроки, которые на протяжении многих лет выступают, считают себя профессионалами. И даже мне признавали, что после матча приходилось им открывать, доказывать, что так, они никогда не знали, что действуют такие правила. То есть мы это знаем, поэтому эксперты, которые говорят, что там было там неправильно трактовали тот или иной эпизод, мы считаем их как бы диванными экспертами. Поэтому мы работаем строго по тем правилам, которые они есть. Правила не мы писали, мы утверждены правила ФИВБ, и по ним мы работаем очень строго. Помогает нам в этом плане и система видеоповтора. И я всегда говорю, что если первый арбитр имеет право бесконечно брать судейский запрос, то это не должно стать панацеей от всех бед. Для чего тогда нам нужны арбитры? То есть арбитры должны максимально свести к минимуму, конечно, судейский запрос. Вот, а если есть возможность, пусть команды берут, запрашивают. У них тоже есть только право на 2 запроса. Если будет ошибка, то уже запросов не будет команд. Правильно же? Вот поэтому в этом плане мы тоже прогрессируем. И я хочу сказать, что арбитры довольно-таки отработали на очень хорошем уровне. Но не скажу, что там без ошибок. Были ошибки, мы их анализируем. Но нам удалось избежать ошибок серьезных, которые повлияли бы на ход того или иного матча. Вот это самое главное. А ошибки, конечно, будут, потому что это все-таки люди тоже, люди, конечно, тоже ошибаются. Когда нет права на видеопросмотр у команды, когда там... Но и сейчас, я думаю, что все ошибки арбитра сведены к минимуму, потому что есть электронный протокол перед тобой. Планшет стоит, расстановка, замена, количество тайм-аутов. То есть там все стоит перед тобой, перед первым, вторым арбитром. Система коммуникации арбитров. Они между собой общаются во время матча. Главный секретарь и так далее, инспектор матча. То есть поэтому здесь все ошибки будут сведены к минимуму. И в следующем году мы пойдем в этом плане еще дальше. И будем усиливать систему видеоповтора. И будем включать уже те моменты, которые в этом году мы не просматривали. А в следующем году, особенно спорные моменты, так называемый панкейк, когда мяч касается пола или руки. И вот бывает, что рикошетом мяч задевает кого-то, конечно, там, да? Вот эти моменты. То есть практически все мы будем смотреть. И арбитры, и тренеры команд будут иметь право запросить любой эпизод матча. К этому мы будем готовиться. Впереди судейский семинар большой. Будем готовиться. На самом деле это прозрачность, честность и объективность. То, к чему мы должны стремиться. На деле, как работают судьи, нам покажет и расскажет арбитр международной категории с 15-летним стажем работы Юлия Акулова. За 31 минуту до начала матча мы проверяем сетку и также все оборудование. То есть сетка должна соответствовать стандартам Международной федерации волейбола согласно международным правилам. Работаем вместе с первым или со вторым судьей. Также за 45 минут мы проходим алкотест, потому что, ну, конечно, судья должен быть в идеальной форме, максимально сосредоточенным. И затем уже перед началом матча первый судья занимает свое место на судейской вышке, а второй судья становится напротив, с противоположной стороны. Согласно Международной федерации волейбола, раз в год мы проходим медицинский тест, сдаем все необходимые показатели, потому что, конечно, арбитр должен быть, как я уже говорила, в хорошей физической форме, должен быть здоров. Также мы сдаем тест Купера, измеряет нас наш рост, вес, и, конечно, у арбитров, у которых лишний вес, им стараются говорить, чтобы они следили за своим весом. Поэтому большинство арбитров посещают тренажерный зал, занимаются фитнесом. Это очень важно. Матч сейчас может длиться от 1,5 часа до 2 часов. Бывает даже и больше. И все эти 2-2,5 даже часа арбитр проводит на ногах. То есть присесть первый арбитр может только между сетами в течение 2-3 минут отдохнуть. И поэтому, конечно, нужно быть в хорошей форме, чтобы уверенно отработать весь матч.
Покажите, как все это на самом деле происходит. С удовольствием. Вот это мое рабочее место, если я работаю в качестве первого арбитра. Мы идем в ногу со временем. Наша федерация закупила все необходимое оборудование. У нас есть планшеты, которые, конечно, очень нам помогают, потому что я могу посмотреть расстановку команд. И это, конечно, облегчает нашу работу. Конечно, арбитр должен следить за поведением спортсменов, за поведением тренеров. И у нас есть красная или желтая карточка. Так что если спортсмен ведет себя не в соответствии с правилами, мы показываем карточку. Также если игрок или кто-то из тренерского персонала задерживает игру, это тоже наказывается. Наши жесты очень важны, потому что мы стараемся не разговаривать с игроками, то есть мы должны объяснить жестом наше решение судейское. То есть этот жест означает сторону, если команда выиграла очко. Есть жест «мяч в ауте», есть жест «касание мяча игрока игроком». Поэтому жесты должны быть очень четкими, очень понятными, и мы их отрабатываем. Даже у нас есть такие рекомендации – отрабатывать жесты, стоя перед зеркалом. То есть, чтобы все было правильно в соответствии с правилами. Усталость присутствует, потому что, как я уже говорила, бывают матчи, которые длятся 2-2,5 часа, и нужно быть максимально сосредоточенным. То есть времени на то, чтобы передохнуть, особо и нет. Поэтому, конечно, нужно всегда настраиваться на каждую игру, вне зависимости от того, какие команды играют, потому что любая команда может показать интересную игру, и матч может длиться не 3, а 5 партий. Ну и если, конечно, устали, то между партиями арбитр может посидеть буквально в течение 2 минут. А так он все время проводит на ногах. Сейчас, ну, я отработала довольно много матчей и стараюсь всегда сохранять хладнокровие, потому что это очень важное качество для арбитра. У нас все игроки воспитанные, и даже ребята мне говорили, что все-таки, когда судит женщина-арбитр, они стараются меньше употреблять нецензурной лексики, которая, конечно, иногда присутствует, потому что это волейбол очень эмоциональный вид спорта. Вот, стараются, конечно, меньше, наоборот, спорить, потому что, ну, уважительно относятся, что перед ними женщина-арбитр. Престижная работа – быть судьей. Конечно, это очень престижно. Я не скажу, что оплачивается очень высоко, как в футболе. То есть принятые нормы, но мы будем сейчас пересматривать. К сожалению, по государственной сетке, если смотреть, эта работа арбитра оплачивается очень низко. Даже арбитры в международной категории. Вот. И зависит своя зарплата от категории. Национальный судья высшей категории, национальный судья и просто судья по спорту. Да? И арбитры международной категории. Но, соответственно, из заявочных взносов арбитры получают определенное вознаграждение, плюс проезд, проживание, питание полностью суточные, все полностью за счет Федерации волейбола играет. Но моя мечта — создать профессиональную коллегию арбитров в Казахстане, чтобы арбитры не были задействованы на основной работе, а занимались только судейством. Для этого нужно необходимо дополнительное финансирование. И действительно очень сложно. Все арбитры имеют основную работу. И приглашать на тур — это действительно очень сложно этих арбитров. Брать освобождение вот, от основной работы. И у нас даже есть арбитр, который работал фельдшером на станции скорой помощи, Бахтин, да? Суиндыков. Да. Вот. Тот же Стульнев, тарасский арбитр, он тоже работает фельдшером на станции скорой помощи. Поэтому вот даже есть арбитры, вот, которые любят волейбол и продолжают. Но, может быть, конечно, это дополнительный заработок, естественно. Но те арбитры, которые не имеют постоянной работы, они с удовольствием, вот мы сами знаем, что с удовольствием соглашаются из тура в тур, то есть национальная лига, высшая лига, женщины, мужчины, не имеет значения. Соответственно, они имеют определенный заработок. Я не скажу, что очень супер большой какой-то заработок. Можете озвучить? Да, конечно, можно озвучить. Например, я скажу по своей сетке, я арбитр-инспектор международной категории. За тур мы получаем порядка, ну, если с учетом там всех добавок, от 90, может быть, до 100 тысяч тенге всего. А основная зарплата у нас 70 тысяч тенге за тур. Это не за матч. Эту сумму в России арбитр получает только за один матч. То есть, а мы получаем это за весь тур.
То есть, ну, соответственно, я же говорил, что основные деньги уходят на проживание и питание. Соответственно, арбитры – это официальная зарплата, мы с них платим налоги, и пенсионные отчисления выполняем, отчисления фонд медицинского страхования, корпоративный подоходный налог. То есть, если 100 тысяч, ты на руки получаешь 70 тысяч, получается. Вот такая сумма. Ну и плюс Национальный олимпийский комитет поддерживает и оплачивает по своей сетке. Ну, например, скажем, один тур. Вот, арбитры международной категории по сетке Национального олимпийского комитета обходится 28-30 тысяч тенге всего лишь. Тоже за вычетом всех налогов. То есть это небольшая сумма, но это дополнительный доход арбитров, который все время фиксируется, это открыто. То есть мы официально платим, официально оплачиваем налоги. Вот такая сетка. Ну, работа арбитров очень сложная. Я повторюсь это. И я говорю, что правила у нас тоже очень сложные. Вот, и арбитры всегда должны держать себя в форме. И в день разрешено работать 2 матча арбитрам. Если 3-й матч, как мы, только в качестве резервного арбитра. Вот. Угу. Бывает, что арбитры работают по 2-3 матча в день. Вот. В зависимости от нагрузки. От того, потому что есть такая ситуация, вот, так, если вот играет Павлодар, я уже не могу назначить Акулову на этот матч, чтобы не было. Правильно же, да? Вот если играет Павлодар-Тарас, значит, у меня Акулова и, скажем, ну, Мирзак, Нуржан, они выпадают с этой игры. Я даже резервных не могу назначить. Я ищу других, правильно же? Конечно. Поэтому, чтобы не было никаких протестных моментов со стороны команд соперников, поэтому нам тоже приходится при назначении это тоже учитывать. Поэтому мы стараемся приглашать более нейтральных арбитров. Ну, у нас есть такие арбитры, как Ирина Кабулбекова, Айдос Ахметов, вот, где вот Бахчан Суиндыков, Туркестанская область, который я назвал, да, где команда не участвует, а это представитель Федерации волейбола. И вот за счет таких вот мы выходим, скажем, Асель Губашева, арбитр международной категории с Уральска. Команда Уральская не принимает участие в национальной лиге ни у мужчин, ни у женщин. Поэтому вот мы стараемся. Та же сейчас Ольга Саттарова, континентальный арбитр, она получила в 25 лет, и все, молодой арбитр из Караганды. Вот она обслуживала матчи национальной лиги среди женщин. Тоже, в общем-то, и можно ее привлекать среди мужчин, потому что она из Караганды, команда Караганды не принимает участие. То есть так вот мы контролируем, варьируем. Есть национальные судьи высшей категории со всех регионов. Вот. И с Кабиев, с Атрау, и с Уральска есть, и с Кустаная есть, и с Астаны сейчас уже есть арбитры, которые обслуживают матч. Ну, конечно, вы увидите еще новые лица молодых арбитров, мы их будем готовить. Есть интересные ребята, есть интересные девушки, которые хотят работать и с удовольствием посещают семинары, их в будущем хотят работать, может быть, и будут международными арбитрами. Так что в этом плане мы видим очень плодотворную работу. Наверное, коллеги тоже согласятся с тем мнением, что в этом чемпионате, в мужском чемпионате, судьям было непросто, потому что очень много было челленджей, и хотелось бы узнать ваше мнение. Я после вообще услышанных зарплат, окладов, понимаю, что работа арбитра вдвойне неблагодарна. Это сколько выслушиваешь ты в свой адрес, да, негатива, помимо во время рабочего процесса, а плюс, когда еще узнаешь вот такие оклады. Ну, мне немножко жалко даже сейчас людей, которые задействованы. Понимаешь, вот сейчас понимаешь, насколько эта работа, да, я бы сказал, недооценивается, да, потому что, ну, на самом деле, понятное дело, что от людей тоже многое зависит, да, они, в свою очередь, как арбитр поведет матч, да, то, соответственно, в том русле он и пойдет. Либо сразу же потушит, да, все какие-то страсти, конфронтации, либо же наоборот, да, потеряет нить игры и все отпустит. Поэтому это тоже очень важный человек любой игры. Ни один матч вообще, да, без арбитров не проходит. Я скажу, что, да, по ходу всего чемпионата мы комментировали, и были там ошибки такие грубые. Самый мне случай вспоминается, когда, по-моему, у Буревестника, помните, при расстановке... Исиль. Да, Исиль, 7 очков. Вот, да, и мы смотрели, да, мы комментировали этот матч. У нас была заявка стартовая, да, и мы даже на это не обратили внимания. А арбитр вот смотрит планшет, и она еще плюс ко всему должна следить за правилами, да, и, соответственно, игры. А мы тут вроде смотрим игру и должны все это видеть, и мы даже не увидели, пока вот вся эта катавасия там не началась. То есть ты понимаешь, что вот вроде тебе в комфортных условиях перед монитором должно быть вообще все видно, да, а арбитру нужно еще, то есть, обширнее смотреть. И в такие моменты, ну, тут добавить нечего. Ты понимаешь, что работа на самом деле требует гораздо больше внимания. Хочу добавить по этому матчу. Действительно, это была грубейшая ошибка всех
обслуживающий первого, второго арбитра, секретаря матча, инспектора матча, потому что у всех есть инспектор, ведет инспекторский протокол. То есть в расстановке должен был стоять номер 21 Устинов, у Бревесника, а вышел на площадку номер 1 Гурин. Кирилл Гурин. Кирилл Гурин. И счет становится 6-6, проходит 12 ралли, и только после этого арбитр замечает, что не тот игрок находится на площадке. Это грубейшая ошибка. Да. Я сразу скажу, что и когда они уже повернули, все, разобрались и поставили счет, по-моему, поставили счет... 7-0 там, по-моему. Нет, 6-0 поставили. 6-0. А должны были поставить 7-0. Потом при счете 7-7 выявили ошибку. Даже Гурин отподавал подачу. Когда уже Прокофьев вышел на подачу, они поняли, что что-то не то в расстановке. Остановили, поняли, что а счет был 7-7. Почему был счет 6-0, мне непонятно. Надо было ставить 7-0, пользуясь Селя. То есть здесь в первую очередь вина команды Буревестник, тренера команды, игроков. Почему он так написал? Я понимаю, в расстановке 21-1. То есть я не могу понять, как так, планшеты перед вами. Ребята, я скажу, что за этот матч арбитры, секретари, все они были лишены гонорара за этот матч полностью. Это грубейшая ошибка, и арбитрам было сделано предупреждение последнее. А по отношению к команде? Да. Буревестнику после этого 7-0 выиграть сет было невозможно. Они выиграли 3-1. Ну, они выиграли. Выиграли 3-1, но это сет отыграть фору, и, тем более у команды Исилин, который в Усть-Каменогорске набрал такой ход, да. Перед 5 игр подряд выиграл. Да? И выиграть этот сет практически было невозможно. Вот поэтому, но последующие 3 сета тоже были непростыми. Но команда «Буревестник» с достоинством вышла с этой, они обы выиграли 3-1. Нанесли первое поражение в этом туре команде «Исиль». Поэтому вот такие ситуации у нас случаются. Да, конечно, может сказаться усталость арбитров. Это был уже 6-й день, конечно. Соревновательный день. Но в любом случае такие ошибки нельзя пропускать. Мы на это указали и первому, и второму арбитру, секретарю матча, который вел протокол, и, естественно, инспектор матча, который был задействован на этом матче. Не вспоминать таких моментов, где судьи где-то чудили. Ну, везде, в каждой игре они были такие персоналом, который помогает смотреть эту игру. И поэтому действительно очень важно, что со следующего сезона будет их работа упразднена, где-то новые технологии. Это во всех видах спорта они приветствуются. И, конечно, со следующего сезона думаем, что таких ошибок будет еще меньше. Ну, мы продолжаем нашу программу и рассказали в предыдущей программе о том, как свободное время проводят волейболистки. Давайте посмотрим, чем занимаются наши волейболисты. Играют в шахматы Дамир Акимов, а его соперник сегодня Кайрат Байбеков. Посмотрим, кто выиграет. Сам знался. Так ты что не успел? Я не понял, как ты так все? Как ты видишь? Шахматы? Я вижу, я говорю, почему ты не успел? Там его ловить давай, да? Свободно от волейбола времени. На соревнованиях занимаюсь в основном это отдыхаю. В свободное время, чтобы восстановиться к играм, приготовиться. И играю параллельно шахматы. В телефоне играю. Либо если есть с кем в команде играю. Вот сегодня с Кайратом сыграли. Вот. Читаю книги. Иногда получается, если выйти прогуляться, если есть силы, выходим прогуляться на улицу. Вот. Это наш основной как отдых проходит таким образом, потому что дома мы занимаемся какими-то домашними делами, а во время соревнований у нас получается полностью только играм. И чтобы себя чем-то занять, мы вот играем либо шахматы, либо книги читаем. А сегодня прокомментируйте свою против Кайрата Байбека. Да, сегодня проиграл Кайрат. Видно, не мой день сегодня, потому что проиграли сегодня Алмате. И в шахматах проиграл. Вот сегодня никакие игры больше играть не буду, чтобы еще раз не проиграть. Так вот. Лучше книгу почитаю, там проигрыша нет. Какую книгу? Книгу ты читаешь «К последнему морю» Ян. Это про Чингисхана, да, очень интересная книга. Она основана на реальных событиях. Это внук Чингисхана, который завоевывает западные страны. Вот, очень интересная книга, советую почитать. Не читал. У него еще есть книга про Чингисхана, тоже очень интересная. Скажите, пожалуйста, насколько важно отвлекаться от волейбола иногда?
Это очень важно. Вот, допустим, сегодня был проигрыш, и надо как-то отвлечься от этого, потому что можно уйти в себя, и на следующий день, завтра у нас ответная игра, и можно вообще не сыграть. Вот поэтому нужно постараться как можно мысленно отойти вообще от волейбола. Вообще вот как это. Вот шахматы помогают очень хорошо, потому что в них уходишь полностью. Прям забываешь о всех каких-то проблемах там, и обо всем остальном. Когда играешь в шахматы, даже кто-то рядом будет тебе что-то говорить, и вообще его этого человека можешь не слышать. Вот. Поэтому отвлечение очень хорошее именно шахматы. Скажи мне, пожалуйста, чем ты занимаешься свободное от волейбола время? Ну, второстепенное занятие – это, конечно же, учеба. Стараюсь успевать зарабатывать хорошие оценки. А в свободное время помогаю родителям с бизнесом. А чтобы и там быть специалистом, приходится изучать бизнес-литературу, чтобы быть подкованным в этом плане, чтобы знать все современные стратегии, технологии. Вот, как-то так. Ну и, конечно же, когда остается совсем чуть-чуть времени, приходится и с друзьями встретиться. Вот. А какую литературу именно? Ты можешь конкретно сказать, что ты читаешь сейчас? Ну вот на данный момент я читаю книгу «Маркетинг от А до Я». Вот. Изучаем, как лучше продавать продукт. Вот. Это каким-то образом тебе помогает в волейболе вообще, то, что ты читаешь? Именно в психологии, да, бывает, помогает. Стараюсь читать, ну, вот как маркетинг это, и про людей тоже. Как взаимодействовать с людьми, как им предлагать, как им преподносить. Поэтому в спорте это тоже помогает. Взаимодействие в команде, общение, я считаю, да. Свободное от волейбола время я провожу за электронной книгой, потому что это мне дает расслабиться после ответственных матчей. Я нахожу в этом какое-то спокойствие, умиротворение. Поэтому такой отдых мне доставляет прекрасное удовольствие. Скажи, что ты читаешь сейчас и за сколько книг удается прочитать? Сейчас я читаю книгу Абдулманапа Нурмагомедова «Отец». За тур мне удается прочитать половину этой книги примерно. Как давно ты читаешь? Когда это занятие пришло из подготовки? Книги я читаю постоянно, на протяжении всей жизни стараюсь читать. Мы знаем, что у вас вот во время туров очень насыщенный календарь, то есть совсем не остается времени. Это тренировки, собрания, постоянно разборы, и потом сами игры. Но тем не менее, вот когда есть свободная минутка, чем занимается главный тренер волейбольного клуба «Павлодар» Антон Каратаев? Ну, у нас в основном-то свободное время, когда в поезде едем, либо выходной день во время тренировочного процесса. В поезде, ну, кто читает, кто сериалы смотрит, бывает, в карты поиграем с ребятами. А в выходные дни я обычно, ну, ходим к родителям проведывать, любим, на даче любим поработать. Это в летний период, когда перерыв. Так, в принципе, мы все время в волейболе. Когда сейчас начнется лето, будем в пляжный волейбол также играть. А скажите, сейчас вот во время плей-офф удалось как бы прочитать какую-то книгу или что читать? Нет, во время плей-оффа ничего не удалось сделать, так как игры проходят дома. Нам все время нужно быть в спортзале, где-то что-то помочь, как-то там разбор игры. Дома ответственные игры, поэтому у нас домашние утренние тренировки проходили. Разбор игры, разбор видео, потому что времени особо не оставалось. Ну, те, кто принял участие в нашем следующем челлендже, наверное, еще в свободное время тренируются крутить мяч на пальце продолжительное время. И прежде чем мы посмотрим этот челлендж, я бы хотела попросить наших комментаторов попробовать покрутить мяч на пальце. Эльдар, давай, начнем с себя. На одном пальце? Все, одна попытка. Да. Саш? Это я при том, что знаю, что Эльдар тренировался, а я вообще не тренировался. Ну, как-то так. Ну, на самом деле, не так все просто, да, как кажется на первый взгляд. Давайте посмотрим челлендж, как ребята справились с заданием. Thank you.
Тара. Сейчас смотри на камеры. Несколько раз делай, не переживай, я потом вырежу, который. А я не вырежу. Я вижу, Эльдар и Александр вдохновились, да? Я обратил внимание, что лучше всего у Либера получается крутить. Да. Ну, мы обещаем к следующему сезону, да, подготовиться тоже. Как минимум 4 секунды. Установить новый рекорд. Да, как минимум 4 секунды у нас получится. Мы поздравляем Романа Фартова с победой. А ему вот это засчитали, да, что он подкручивался для этого? Конечно. Просто Кайрат Байбеков с одного раза так раз крутанул. Но, тем не менее, он выполнил задание. Согласен. Поздравляем Романа Фартова с победой. А Рустам Гилязетдинов и Мади Макена вовсе нас удивили. Давайте посмотрим. Без пальцев крутили. Кстати, Рустам Гилязетдинов, который только что нам демонстрировал отличные навыки жонглирования, является племянником главного тренера волейбольного клуба «Алтай» Рафаэля Гилязетдинова. А на самом деле волейбол для Гилязетдиновых является семейным видом спорта. Как все началось с того, что вы начали заниматься волейболом и все заразились этим? И сегодня даже ваш племянник играет вот в национальной лиге. Расскажите, как всего началось? Ну, началось, наверное, то, что я был в детстве не очень-то худой, очень толстый, пошел на борьбу. А вот с борьбы меня уже перетащили на волейбол. Александр Николаевич Сафонов, мой первый тренер. Кстати, он тренировал еще моего брата Ришата, который сейчас является главным тренером «Динамо Казань». Вот. С этого все началось развитие. Ну и потом волейбол. В семье у нас, получается, как бы был главенствующим. Хотя мои дети, к сожалению, стали баскетболистами. По стопам мамы пошли. Вот так. Было интересно наблюдать за вами, когда у Рустама не совсем получалось на подаче. Он то в сетку подавал, то в аут. То есть где-то вот вас передергивало. Сложно было, вот, когда на противоположной стороне играет племянник? Нет, ну так не бывает. Там хоть друг играет, хоть племянник, хоть родственник, хоть жена. Это уже не друг. Мы по разные стороны сетки, это соперники. Так что, когда у него получается хорошо что-то, вот тогда меня передергивает. А когда он ошибается в нашу пользу, меня не передергивает, я наоборот улыбаюсь. А скажите, пожалуйста, вы за ним следите? Вот на других играх я вижу, как вы приходите, смотрите за ним. Вы как тренер свое видение ему говорите? То есть между, ну как бы, я не знаю, как это, между нами так. Ну, до этого это все было, пока он не начал самостоятельно, уже не попал в Тарас. Тут уже он самостоятельный игрок. То, что было до этого, да, подсказки были. А сейчас он самодостаточный. И подсказки, я думаю, ему не нужны, тем более у меня есть свой тренер. Волейбол занимает особое место в жизни Кабылбековых. Мать Ирина Кабылбекова, она арбитр международной категории, а ее сын Ахмед Кабылбеков, он игрок волейбольного клуба «Ушкын Кокшетау». Я осталась в спорте благодаря своим родителям, потому что у меня мама тренер по волейболу, папа по баскетболу. Из трех дочерей я одна пошла по стопам родителей, стала тренером. Но мой сын, я думаю, что просто когда я уезжала в командировку, он оставался с бабушкой, дедушкой, ему ничего другого не оставалось, как только заниматься разными видами спорта. Он ходил с ними в школу на работу, принимал участие в различных кружках. Ну и когда он мне в 8 классе сказал, ну я буду как ты и как Аташка, ну, наверное, он сделал свой выбор в пользу, так скажем, профессии, которая продолжается. Вот в его лице это будет уже третье поколение у нас спортсменов и, в частности, волейболистов. Вот. Сильно за него переживаете, когда он Ну, да, я поняла, что когда он играет, я не могу эти игры не судить, я лучше буду смотреть, я не могу их не комментировать, не судить, потому что всегда
за своего ребенка всегда переживаешь. Хочется, чтобы он был чуть лучше, чем другие. Ага. Но бывает такое, что вы его ругаете? Ну, вот сынок, здесь надо было вот так. Да, очень часто. Ну, я очень благодарна ему, он у меня все-таки, я бы не сказала, что он сильно послушный, но в то же время прислушивается к мнению. И когда у него что-то не получается, он мне звонит, говорит, вот, может быть, вот так. Я ему начинаю объяснять, вот, ты здесь сам был неправ, ты не настроился, или ты, наоборот, хотел показать что-то лучше, чем ты можешь, а надо было просто сделать то, что ты можешь. Потому что 19 лет – это еще как бы возраст становления спортсмена. И, наверное, свой потолок, свой предел он еще не может показать, он только учится. А всегда хочется, всегда же кажется, что мы уже взрослые, что мы, да, что мы теперь сами все можем, а получается нет, не до конца. Ну, волейбол – это эмоции, переживания не только родных и близких тебе людей, а и не только тех, кто находится на площадке, но за ее пределами. У нас была возможность понаблюдать, как работает специалист, который ведет статистику в волейбольном клубе «Атрау» за Русланом Кенжебаевым. И в каждом его движении можно увидеть, как он переживает за свою команду. Я не могу сам оценить важность своей работы, потому что, наверное, это могут оценить наши непосредственно главный тренер, помощник тренер. Но моя работа как бы в основном заключается в том, чтобы подготовить информацию на собрание по соперникам непосредственно. Все их тактические наработки, которые они используют в игре своей. Я это передаю главному тренеру, и уже главный тренер доносит эту информацию до игроков. Также подкрепляем это непосредственно видеонарезками по каждому игроку, по каждому игровому моменту, на что нужно обратить внимание, на что сделать акцент в игре. Ну вот в этом, в двух словах, заключается моя работа. Бывают такие моменты, Руслан, когда вот внутри ты вот весь горишь игрой, ах, можно было бы так, или хочется самому выбежать там поиграть? Вот бывают такие вот? Ну, таких моментов, конечно, много, особенно когда я через себя всю эту информацию пропускаю, я знаю установку на игру, и когда игроки просто в элементарных каких-то моментах делают простые ошибки, и да, это прям взрывает изнутри. А успеваете болеть во время своей работы? Конечно. А как без этого? Эмоции, переживания за команду, они здесь. Иногда бывает такое, что накал страстей такой, что я откладываю работу, когда там последние мячи идут, и просто переживаю за исход игры, за исход партии. Скажите мне, пожалуйста, у вас как появился интерес именно этой деятельности? Ну, как бы с волейболом я связан давно, еще со школы. И когда стал вопрос о будущем, я заинтересовался именно вот цифровизацией этого всего. С цифровой точки зрения волейбол решил рассмотреть. И на тот момент у нас в Казахстане были приглашенные специалисты из Беларуси, Денис Матвеев. Вот, с ним переговорил, нашел общий язык, он мне объяснил азы. И с этого начался мой путь. Ермек Амирбекович, вы сказали, что до этого проводятся семинары для судейской бригады. А вот для специалистов, которые ведут статистику, для них проводятся какие-то мастер-классы, я не знаю, по повышению квалификации? И на каких программах они работают? То есть это одинаковая одна система? Да, одна система. Это уже последнее поколение, совмещенное с видео.
А уже, это уже давно действительно было сказано, фамилия Дениса Матвеева прозвучала. Это я его пригласил в женскую национальную сборную. Он был на чемпионате мира в 2006 году, на Олимпиаде в 2008 году. И как статист, он тоже со сборной Казахстана, кстати, состоялся. Потом уже сейчас главный тренер, работал в Казани, работал еще в Сахалине главным тренером. А сейчас он главный тренер женской сборной Беларуси, Денис Матвеев. Сейчас он в настоящее время, по-моему, играет в Евролигу. Вот, поэтому он всегда, мы созваниваемся, всегда благодарит, что большой волейбол путь он дали в Казахстане ему, а он помог, вот как раз-таки Ольга Дьяченко, Диамедова, да, она тоже упоминала белорусского специалиста, это он обучал всех. Вот. И был здесь Александр Ткаченко, вот, который работал при Паршине, тоже обучил многих статистов. В основном статисты сейчас в командах есть очень сильные приглашенные статисты. В том же Алтае работает, например, турецкий специалист, который работал со сборной Турции. Вот. Он обучает Ирасала Нуралина, вот, учится у него. К примеру, я говорю, вот есть, вот и Николаев тоже обучился по Павлодаре. Это у них своя, скажем, школа, они сами ведут, сами посещают веб-семинары. Веб-семинары. Как такого школы, там семинаров статистов в Казахстане нет, но они сами следят за собой, следят за последними изменениями. Это работа статиста очень сложная, им приходится работать всю ночь обычно. Вот, перед игрой действительно им надо изучить соперника, и они изучают направление атак каждого. Например, скажем, играет буревестник Атрау, вот команда Атрау, Бариводин против Неталина. Да? То есть он готовит информацию для Неталина, направление атак Бариводина, с какой позиции, где, куда он нападает. И чертит схему. Неталин с этой схемы должен ложиться спать и просыпаться, пока играет. Это только один игрок. Представляете, для центрального блокирующего отдельно, для диагонального отдельно. Готовит направление атак, направление ударов, как блок ставит, как передвижение команд соперников. Это непросто. Но есть специальная программа. Ее надо ввести, записать соперников. Вот эта программа сейчас очень усовершенствована. Это... И многие статисты, кстати, нам тоже в игре помогают. Вот тот эпизод, когда я говорил, что мы завершили матч 25-20, а не 25-21, ко мне три статиста прибежали, сказали, вы сделали ошибку. Я говорю, мы знаем, мы все исправили, нам уже сообщили. То есть статисты уже знают, что расстановка, нарушение было в расстановке, счет был неправильный в сети. То есть один за другим прям прибегали к столу, говорили, у вас ошибка, проверьте. Вот статисты следят, нас проверяют. Проверяет арбитр, проверяет секретарей. У них тоже программа, они же ведут счет, знают, как либеры меняются, как все. Поэтому работа очень интересная, очень нужная, очень востребованная. Ну, помимо статиста-тренера, в команде работают еще специалисты, и чья работа также невидима, но является ключевой в достижении поставленных целей. Это, конечно, врачи. И нам удалось с ними поговорить на стадии плей-офф. Являюсь врачом команды ЕСИЛИ, работаю с этой командой первый год. Моя работа заключается в том, чтобы игроки были подготовлены как к сезону, так и в межсезонье. И в самом сезоне моя работа состоит из того, что я восстанавливаю ребят при каких-то определенных травмах и вообще их общее физическое состояние, подвожу их как по питанию, как по восстановлению. Также в период восстановления там входит массаж, элементарное применение каких-то либо препаратов, которые стимулируют спортсменов для повышения их иммунитета. У меня есть свой рюкзак, который мы собираем именно для игр. В него входит это обязательно заморозка, если получит травму спортсмены, чтобы быстро заморозить и принести им. Также это спортивное питание, это БЦА, энергетики, дабы, чтобы застимулировать спортсменов. И всякие разогревающие мази. Самое необходимое – это эластичные бинты, все элементарно. И уколы также. Также у нас обязательно, как волейболист, обойдется у нас без пластыря. Это все самое элементарное, то, что понадобится для игры. Это намазать, если какие-то травмы, это у нас охладить. И также спортивное питание, которое стимулирует прирост спортсменов во время игры, чтобы спортсмен был всегда в тонусе, заряжен. И у него, когда кончаются питательные вещества во время игры, их стимулируем БЦА. Все элементарно и просто. Ну, Артем, ваша работа даже не только во время игры, правильно? Да. После игр, да, как заканчивается у нас игра, после этого идет процесс восстановления, на котором мы делаем массажи, ставим
Определенно, если у кого-то что-то спазмировало, мы ставим какие-либо уколы. Если у кого-то во время игры выбит палец или что-то, мы над этим работаем. Тейпируем спортсменов. Работа идет после игры, обязательно после которой спортсмен должен полностью восстановиться буквально за 24 часа до следующей игры. Мне кажется, человек, который к вам приходит с травмой, он даже, ну, вы как выполняете даже функцию, наверное, психолога? Да. Ну, работа с психологом, потому что команда может быть физически крепкая, но если в команде идет какой-то разнобой или психически ломается, потому что это командная игра, здесь играет как одна большая семья. Мое рабочее место во время игры. Я, в принципе, вот с какой стороны моя команда играет, с той стороны нахожусь и я. В экстренные случаи у меня всегда с собой и заморозка, и обезболивающее, и все, и даже это наш этерный спирт. Во всяком случае, это реакция любого врача, и мы, как скорая помощь, всегда наготове. Мальчики у меня, в принципе, не без травм, так легкие повреждения. В основном я их сейчас вот перед игрой растираю, готовлю. У кому-то пластырь даю, где-то травмированные пальчики, чтобы другой травмы не получиться, они немножко страхуются. Кому-то тейп клеим. Ну, в общем, все, подготовка идет у меня еще до игры. А во время игры я, как скорая помощь, всегда готова. Ну, первый год, когда я пришла, было, конечно, тяжеловато. Особенно первые два месяца как-то негативно ко мне относились, как-то настороженно. Но, в принципе, мальчишки у меня золотые, я всех их очень люблю. Они меня считают как второй мамой. Да, я их очень сильно люблю, и вообще они у меня не такие. Да, теперь мы знаем, да, что находится в рюкзаке у врачей, наших волейболистов. А у меня вопрос к Эльдару и Александру. Не без травм, да, был 29-й чемпионат, и как у мужчин, так и у женщин. Самые запоминающиеся моменты, яркие моменты, когда ребята получили травму, и это сильно отразилось на выступлении команды. Это, наверное, в плей-офф. Первый матч, когда играла команда Атырау против Моңғыстау, травма капитана команды Айбата Ниталина, которая изменила ход встречи. Все считали, что Атырау в этой игре фаворит. И на деле оказалось в первых партиях, когда игра, в принципе, была, дело то шло, что Атырау победит в этой встрече. Но вот такие вот травмы, по-моему, и Жақсылық Тілеулин, центральный блокирующий, да, там травму получил у головы. И эти два игрока до конца плей-офф уже не играли. Ну, поэтому... Да, говорят, что волейбол – командная игра, но все-таки должен присутствовать на этой площадке лидер, который заводит свою команду, который показывает своей игрой, что нужно, как нужно играть в таких матчах. И действительно, когда у тебя не один игрок, а целых два игрока основного состава вылетают из игры, конечно, трудно в этой игре победить. Ну и по этой причине, наверное, одна из самых главных, может быть, и второстепенная причина, кто-то подумает по-другому, но действительно травмы в волейболе, конечно, это неизбежно, да. И все ребята, я уверен, и в женском туре, и в мужском туре играют многие на обезболивающие. То есть берешь, ставишь укол, себя настраиваешь на эту игру, на эти два часа, играешь через боль, ну а потом выходишь, конечно, все тело болит и дает свои последствия. Да, я, наверное, соглашусь, потому что это, ну, это, наверное, не главное, ключевая, наверное, травма вообще. Его всего концовки, потому что лидер, капитан, да, вылетает. Вот. А так, когда то же самое, это капитан, опять же, да, потеря одного из главных атакующих игроков, да. Да, любое приземление, когда смотришь, когда они друг на друга там приземляются, голеностопы просто вылетают, и в такие моменты понимаешь, что нужно это комментировать, нужно оставаться хладнокровным, да, ну когда ты смотришь, и вот это вот все на твоих глазах происходит, не знаю, в какие-то моменты кажется, что это у тебя нога вот так выкручивается в обратную сторону, но действительно
Это тяжело, это опасно. Да и, наверное, ничего неожиданного нет. Любой вид спорта, да, он травмоопасен. И, как многие врачи говорят, что любой профессиональный атлет – это фактически, ну, инвалид уже. Потому что, ну, не бывает так, что ты в профессиональном спорте без травм. Я такого представить не могу, честно говоря. Владимир Жигманд, вспомним, игрок Алтая отсутствовал в плей-офф, у него была, по-моему, травма спины. Да, отсутствовал он в плей-офф, а так бы своей команде помог. Эдуард Погребняк хорошо начал первый тур, потом во втором, в третьем, по-моему, был, не был, тоже отсутствовал из-за травмы. Много таких, конечно, моментов. Здесь уже должны работать руководство, то есть и врачи, которые, массажисты, которые помогают, это уже их стихия. Они должны подготавливать игроков к сезону, зная то, что, наверное, через две недели у тебя важный матч каждый день. Здесь и игрок тоже должен оценивать свою физическую составляющую. Ну и поэтому проводятся предсезонные турниры, предсезонные туры. Три месяца отдыхают игроки. Ну, я думаю, что самое главное это для тренера иметь в обойме всех своих сильных волейболистов. Травма – это составляющая волейбола, тем более в волейболе специфические травмы, да, это голеностоп, колено, то есть практически плечо болит и грыжа позвонка, это практически у каждого профессионального волейболиста обязательно есть какие-то проблемы со здоровьем, поэтому без этого никак не обойтись, но вот эти травмы ключевые, которые назвали ребята, это действительно выбило команду от травм, хотя тренер команды опытно искал варианты и довел и полуфинальную серию, и матч за бронзу до трех матчей. Вот, находил какие-то, искал варианты, но в любом случае отсутствие лидеров. Вот, и Жахслык Атлиуллин, когда на блоке свой же напарник задел локтем, рассек прям голову, вы видели, наверное, да, обилие крови на площадке, поэтому вот и вот эта ужасная травма Ниталина, когда тоже при приземлении блокирующий Обакиров подтолкнул его, и он всем весом приземлился на левую ногу и голеностоп полностью подвернул. Вот, поэтому это травмы, которые никто же не мог предугадать, это предусмотреть. Но в любом случае, правильно говорят, что это зависит от подготовки к сезону. Вы упомянули Погребняка, он пропустил по состоянию здоровья, проблемы начались с сердцем. Это и не пропустил его центр медицинской спортивной, центр, когда он проходил профосмотр для национальной сборной. Вот, и, соответственно, был направлен на лечение по месту. И через 2-3 месяца он только вернулся в строй, ему разрешили играть. Это тоже молодой игрок, здоровьем нельзя было рисковать. И когда ему полностью разрешили, он вернулся в строй. Вот. Ему еще надо будет пройти реабилитационный период и пройти дополнительный профосмотр для участия в национальной сборной. Вот. И я считаю, что это все-таки пробелы вот такие связаны с коронавирусом, с ковидной ситуацией. И не прошли команды полноценную подготовку, функциональную подготовку по физической подготовке перед началом сезона. Это отдельный, обычно идет учебно-тренировочный сбор сроком от 18 до 21 дня, без мяча, именно на укрепление того же голеностопа, мышц и так далее, подготовка организма к нагрузкам. Вот, это вот как раз таки вот эта стадия была пропущена многими командами. Отсюда вот и наличие травм, болячек. И, соответственно, сразу после чемпионата два ведущих игрока, Максим Мищенко, Борис Кемпа, прооперированы сегодня. Вот, мы ждем возвращения Максима Мищенко 1 июля, а Кемпа в национальной сборной в этом году пока, к сожалению, как я Никонову, мы не можем рассчитывать, потому что ему нужно восстановление. Наверняка он вернется только в клубную. Если кубку восстановится чемпионат Казахстана, это уже будет хорошо. И вот есть такие вот ситуации. Поэтому многие, соответственно, играли на обезболивающих, на уколах, доигрывали, помогали командам, своим командам. Поэтому это неизбежная составляющая часть любого вида спорта. Ну, мы ребятам желаем крепкого здоровья и хороших спортивных кондиций. Просмотрев следующее видео, наверное, все, кто хочет вытянуться, будут есть морковку. О пользе моркови и о многом другом сейчас нам расскажет самый высокий игрок чемпионата Роман Шилов, рост которого составляет 215 сантиметров. Рост у меня начал расти с 7 класса. За лето вытянулся на 13 сантиметров и стал как выше всех в классе сразу. И потом постепенно каждый год я набирал по 12-13 сантиметров в год.
Вот. В семье я, наверное, ни на кого не похож. У меня низкорослая семья. Мама 1,65 м, отец 1,70 м. Ага. Я даже не знаю, кто. Но вот морковку в детстве много ел, кальций много ел в детстве. Может, из-за этого. А вы думаете, что это помогает? В спорте? Нет, вообще то, что, ну, чтобы вытянуться. А, да? Помогает? Морковка хорошо помогает. А вот здесь во время выступления, то есть это ваше же преимущество, это ваша сила? Как вы этим пользуетесь? Ну, как и плюсы, так и минусы есть. В защите, например, хуже сыграешь большим ростом. На блоке лучше. На падении можно лучше снять. Угу. Так что где плюсы, там и минусы тоже есть. Угу. А в жизни? Ну, в жизни тоже и плюсы, и минусы. Ага. Можете рассказать подробнее? Плюсы... Везде заметны, везде фотаются, везде узнают. Минусы – общественный транспорт, простое авто тоже, такси, везде двери низкие. Вот эти минусы в основном. Итак, самое время озвучить имена лучших по версии телеканала «Каспорт». Самый ценный игрок – это волейболист клуба «Буревестник» Виталий Вариводин. Лучший либеро, игрок волейбольного клуба «Есельска» Роман Фартов. Лучший связующий – игрок волейбольного клуба «Буревестник» Роман Хандролин. Мы отдельно Романа попросили показать нам комбинации волейбольного клуба «Буревестник». Давайте посмотрим вместе. В основном комбинации показываются в первую очередь для первого темпа, да? Иногда для крайних нападающих, если там есть какой-нибудь крест, да? Ну, самая простая там комбинация, допустим, если просто кулак, да, это первый темп идет тебе на голову, называется взлет. Если так вот, крючочек, да, это перевод, он немножко от тебя отпрыгивает, полметра, метр, допустим. Если прямо, да, палец указательный, то это получается зона или душка, ее называют. Она играется 2,5 метра и больше, как договориться с нападающим. Если я покажу два пальца, то значит первый темп идет на зону, второй темп идет за ним сразу, да. То есть играется темповая передача. Вот что еще показать. Можно сыграть недоброс, это первый темп идет на голову, а крайний идет в разрез между зон 3-4 или 3-2, допустим, так. А вот есть любимая ваша комбинация? Ну, мы чаще всего играем зону, да, и от зоны отталкиваемся, либо там быстро играем 4, либо от нее играем пайп и пытаемся разорвать назад. В принципе, это самое основное, скорее всего. Итак, идем дальше. Лучший диагональный игрок волейбольного клуба «Мангыстау» Максим Мищенко. Лучший доигровщик, игрок волейбольного клуба «Тарас» Рустам Гилязетдинов. Лучший центральный блокирующий, игрок волейбольного клуба «Ошкын Кокшетау» Серик Аскар.
лучший капитан. Это игрок волейбольного клуба «Атрау» Айбат Ниталин. И мы возвращаемся к вопросу игрок открытия сезона. Ермек Амирбекович, вы можете озвучить свои мысли касательно этого вопроса? Я бы отдал бы предпочтение Александру Сулейманову, ага, игроку команды «Исиль». Вот, молодой игрок, перспективный. Вот, он в этом сезоне очень хорошо раскрылся. Вот, и показал, что он достоин приглашения в национальную сборную. Хотя он был членом национальной сборной, но был не игроком стартового состава. А в этом году он... Его доля вложения в это его лепта в бронзовую медаль очень высока. Когда он перешел с клуба «Атрау» по семейным обстоятельствам вернулся домой, в Петропавловск, он воспитанник Петропавловского клуба, вот, и очень сильно помог клубу. И в этом клубе как раз-таки он раскрылся, потому что имел постоянную игровую практику. И, как отметил, это не мои слова, это слова главного тренера Бориса Гребенникова. Он сказал, что он очень злой. Он очень такой агрессивный, как Максим Ищенко, Александр Сулейманов. Такие ребята мне нужны в сборную. Именно вот такие ребята мне нужны. Вот поэтому, может быть, краткая характеристика главного тренера, который я сейчас передаю, вот, может быть, это послужит в дальнейшем для его роста как профессионального волейболиста. Угу. А версия телеканала «Казспорт» – это игрок волейбольного клуба «Павлодар» Айзат Азмахан. Ну, мы, опять же, в первую очередь отталкивались от возраста, да, то есть молодой, с этим связывали. Я вполне согласен, да, что и Сулейманов. Я бы еще отметил партнера Сулейманова, Горбачева. Да, это легионер из России. Да, легионер. Денис провел особенно важный матч вот, против «Атырау». Он сыграл ключевую роль, там последние очки. Все через него. Вот, казалось бы, да, мы по ходу трансляции говорили, да, господи, мы же знаем, что сейчас все будет на Горбачева играться. Там ничего сложного, да, а все равно остановить не могли. Айзату мы дали как авансом, как того, что вот человек во многом был лидером в отсутствии, да, когда вылетел Алмаз Кариш, когда игра не шла. И вот, наверное, вот в первую очередь по этой причине мы отдали такой небольшой аванс, выдали на предстоящий будущий сезон, того, чтобы парень рос. Он действительно перспективный молодой игрок. Я надеюсь, что вырастет большого, талантливого, хорошего игрока. Был также вариант с связующим командой волейбольного клуба «Тарас» Нурлыбеком Нурмухамбетовым. Да. Очень молодой, перспективный игрок. Высокий для своей позиции связующий. Тоже хорош. Парень всего лишь по званию имеет первый разряд. И надеемся, что уже в следующем сезоне он получит кандидата мастера спорта. Он тоже молодой, тоже перспективный. И, наверное, если «Тарас» будет строить свою игру вокруг этого игрока, то, в принципе, в следующем сезоне они за первую четверку все-таки зацепятся. А так, да, действительно, павлодарский парень Айзат, он показал себя молодцом в этом сезоне для своей команды. Связующий «Тарас» уже приглашен в национальную сборную. Угу. Как... Не, может быть, не на первую роль, у нас есть Кузнецов Сергей, вот, и молодой перспективный Нурмухамбетов, и Синькевич из клуба «Алтай». Это наши воспитанники, они приглашены в национальную сборную как молодые перспективные игроки на будущее четырехлетие. Поэтому такая ситуация. Если можно, я добавлю. Да, конечно. Я хотел остановиться, вот, поддержать ребят и сказать два слова команде «Павлодар». Вот. Если меня слышит сейчас областное руководство, я попросил бы их ничего не делать, а вернуть Павлодар своих воспитанников. Не надо никакой селекции. Я вам сейчас просто назову. Погребняк, Москов, Фартов веселее играет. Серик, да, Ардакс, блокирующий. Алмаз Есин, Жумадилов и Либера Абулгазин, по-моему, фамилия его, играет в Ушкун Кокшетау. Я уже на выбор назвал вам 7 игроков. Плюс ваши игроки, которые сегодня показывают, там тот же Нияз, тот же вот 9-й номер диагональный, mm-hmm. тот же Марк Истомин, центральный блокирующий. Прибавьте сюда очень двух сильных легионеров, и команда будет биться за
медали чемпионата, я вам 100% гарантии даю. То есть свои воспитанники разбросаны по клубам, да, играют. То есть не надо искать селекцию. У них есть прекрасные игроки. Есть по всех позициях. И доигровщики, и диагональные, и центральные блокирующие, которые играют основную блокирующую в клубе «Силь». Москов и Погребняк Эдуард. Это их воспитанники. Вот. Поэтому надо найти средства определенные. Я думаю, что и не надо делать селекцию, ходить по Казахстану, искать игроков. Я думаю, что ребята с удовольствием вернутся в родной город, да, к своим родителям и могут создать такую же команду, которая была раньше у них. Команде Павлодар. Поэтому и в следующем сезоне команда Павлодар нельзя сбрасывать со счетов. Я думаю, что мы им дадим еще шанс. Многие говорят, молодая команда, проходная команда. Нет, она будет укрепляться, я думаю, надеюсь. И мы не будем сбрасывать со счетов. И не хотим, чтобы команда покинула национальную лигу. Будем поддерживать в этом плане область. Да, ставку делать на своих, но своих верните. Вот, и все будет у них нормально. Потому что другие регионы такими игроками, которые имеют опыт выступления в национальной лиге и стартовых составах, не имеют. Я надеюсь, что они прислушаются к вашему раскладу. Осталось только осуществить. Вы все рассказали, объяснили, как нужно действовать. Ссылку программы отправьте в Акимат Павлодарской области. Обязательно. А давайте сейчас узнаем, кто стал лучшим тренером мужского чемпионата. Лучший тренер – это главный тренер волейбольного клуба «Мангыстау» Александр Перегуда. Дебаты были. У нас были дебаты, да, очень много вариантов. Ну, команда выше головы прыгнула, это однозначно. Второе место никто не ожидал. На бумаге фавориты – это, понятно, «Буревестник», «Атрау». В полуфинальный матч против этой команды, против «Атрау», был просто сумасшедшим. Это, наверное, был один из самых лучших противостояний нашего чемпионата, включая женский волейбол. Поэтому все ребята с таким составом, то есть он не имеет такой глубины состава, как «Буревестник», как «Атрау», но с такими ребятами очень опытными и молодые ребята есть, которые подпитывали игру команды, заряжали. Господин Перегуда справился на отлично. И второе место – это успех в нынешних, конечно, реалиях нашего волейбола. Волейбола мужского для команды из города Актау. Поэтому были, конечно, споры отдавать и Александру Запивалову, и другим очень хорошим, Гребеннику, в частности, мы очень долго спорили, но главный тренер сборной Казахстана по волейболу пришел только на второй отрезок, то есть в концовке. В начале его не было, поэтому лучше было дать тренеру Мангыстау это почетное звание, с чем мы его и поздравляем. Я поддерживаем. Если меня спросили бы, да, я назвал бы эту же фамилию. По двум причинам. Наверное, вот давайте отдадим должное Алексею Теренину, который за 15 лет впервые команду «Силь», сам воспитанник Петропавловского волейбола, вот, и привел команду на пьедестал почета, бронзовые медали. Давно команда «Силь» так высоко не поднималась. Сам же воспитанник этого клуба. Я же говорю, что он, как игрок, он постоянно выступал на высоком уровне национальной лиги. Вот. Я не помню, он привлекался, был игроком молодежной сборной Казахстана, но в национальную сборную, по-моему, он не выступал. Но как тренер начал раскрываться. Вот то, что не хватило Алексею в матчах плей-офф, это показал Перегуда, что такое опыт. Опыт, потому что у Перегуда команда «Мангыстау», как ни крути, ни верти, самая возрастная команда. Uh-huh. Вот, посмотрите, Хайрат Байбеков под 40 лет уже. Я Хайрату пошутил, говорю, ты дождался, со следующего года либеро может быть капитаном уже официально. Вот, вот будешь капитаном, потом уйдешь. Ну, ты достоин быть капитаном. Конечно. Вот либеро ты раньше не мог, сейчас будешь капитаном, год отыграешь, два, потом мы тебя проводим достойно. Ты дождался, молодец. Возьмите Конов. 36 или 37 лет. Да нет, то же самое, возраст 37-38 лет. То есть игроки очень возрастные. Кроме того, Мангыстау почему выстрелил? Вовремя они взяли Кузнецова Сергея. Когда у него закончился контракт в Катаре, вот, и игрок вернулся в Казахстан, вот, когда стал вопрос, я первым предложил команде Перегуда рассмотреть его кандидатуру, найти средства дополнительные, чтобы Сергей играл в этой команде, потому что проблема была со связующим игроком в этой команде. И приход Кузнецова, игрока, вернее, основного связующего национальной сборной, естественно, придало уверенность. Они же сразу заиграли, и в плей-офф, может быть, первый матч они провалили, финальный,
А во втором матче они уже тоже показали характер, могли довести. А вот что касается команды «Есиль», вот, я пересмотрел матч первый против команды «Буревестник». Первый матч, помните, это когда «Есиль» вел 2-0 и вел 5 очков в третьем сете. Но не должна была команда проигрывать этот матч, ни в коем случае. Просто причем это уже не в первый раз в чемпионате было. Вот, вот здесь-то вот такие вот я не хватило вот, вот той жилки, которая есть у Перегуда. Вот, Александра Борисовича не хватило Алексею, молодому тренеру Теренину. Не нашел он где-то какой-то ход, тактический ход. Не нашел нужные слова, не смог подобрать нужные слова игрокам своим, понимаете? Это же тоже, он же не только тренер, он же должен быть педагог, психолог, наставник. Он должен находить это, что делал Перегуда в свое время. Вот он даже говорил: ребята, я сейчас взял челлендж не для того, чтобы посмотреть, мы проиграли этот мяч, я взял, чтобы вам два слова сказать. Понимаете? То есть у него опыт, у него больше нет возможности что-то подсказать, что-то сделать. После этого чувство игры. Чувство игры, игры вот это. Поэтому они выигрывают. Кроме того, почему Перегуда, может быть, вы не знаете, что у него был очень сложный случай по здоровью в домашнем туре в «Актау». Он же попал в больницу с сердечным приступом. Вот и последние игры, три матча проводил ассистент его, Нурмухамбетов, Даня. Вот он его прям с зала забрали. И то я случайно вышел с зала, смотрю, он лежит там, да, они потом вызвали скорую, никого не слушает. Я буду вести, у меня важная игра. Только то, что мы там сказали, что ему нужно ехать в больницу, его увезли на скорую, в больницу он пролежал. И хорошо, что он вернулся, сумел подготовить команду. Я знаю, что он, по-моему, неделю даже был у себя дома в Уральске, команду не тренировал, а вернулся и смог подготовить команду плей-офф. Это уже закулисные такие разговоры, вот я вам говорю, как бывает в жизни. Инсайты. Да, да, поэтому в этом плане, конечно, опыт. И как тренер я в него поверил. Наша молодежная сборная до 23 лет под его руководством на чемпионате Азии показала высокий результат 2 года назад. Мы заняли 5-е место. Не из-за того, что заняли 5-е место, а за матч за 5-е-6-е место, проигрывая команде Китая 2-0, он вытащил игру на 3-2. Сделал такой камбэк. Вот. И при том, что ведущий нападающий был у нас травмирован. И вот он нашел те слова, нашел тактические ходы и обыграть команду Китая за 5-6 место, проигрывая 2-0, безнадежному проигрывая 2-0 и сделать камбэк 3-2, тогда я окончательно поверил в тренерский успех этого тренера. Мы когда спорили, да, я отдавал предпочтение Борису Гребенникову, да, только за то, что как в случае с тем, он принял команду по ходу, да, плей-офф, и то, что у него были появились вот эти проблемы, сразу же травмированные игроки, причем лидеры, и то, как он из этой ситуации выкручивался. У него большой опыт, он колоссальный, да, опыт. Я, может быть, поэтому и склонялся в его сторону, но большинство победило, все выбрали Перегуду. Ну, я только за. Следующий сезон. Ну что ж, нам осталось выбрать прямо сейчас лучшего легионера. Ваши версии? Моя версия однозначно Хандроли. Я бы отдал Денису Горбачеву за его бронзовый удар. Я бы отдал другому игроку. Будет тогда ничья. Но давайте все-таки Роман Хандролин. Главный, наверное, творец победы «Буревестника». Его передачи просто шикарные. Это мы уже отмечали, да, что у женщин великолепно сыграла Даница Роденко без каких-то особых серьезных браков. То и мужчина это возрастной, 38-летний, да, по-моему? Да, самый возрастной игрок. Самый возрастной игрок нашего тура. Ну и пусть Роман Хандролин будет сегодня пировать. Я думаю, что он еще не один сезон покажет игру. Ну, дай бог. И он хороший находится в спортивной форме. И на него, наверное, в дальнейшем... Я не знаю, где он продолжит как карьеру, где он будет завершать, но Казахстан ему нравится. Может, он сменит клуб в Казахстане, может, останется в «Буревестнике». Это ему решать. Но в любом случае, я думаю, что еще не один сезон мы увидим. Так, за глаза мы называем его профессора Хандролина. Это в деле. И это хорошо, что он будет помогать молодым игрокам расти в дальнейшем. Для нас это вот чемпионат Казик 2017 года показал, чем сильнее были легионеры в казахстанском чемпионате. Тот же Тупчий, Радюк в Таразе когда был. И другие легионеры очень сильные. Зинько в Алтае, когда стал Алтай чемпионом с Никольченко. Тем сильнее стала наша сборная. Потому что игроки имеют постоянный спарринг очень сильными оппонентами. И, соответственно, это правило никто не отменял. Сильный чемпионат, сильная сборная. Поэтому мы надеемся, все-таки рейтинг мужской команды в последние годы упал. И мы надеемся все за счет улучшения качества чемпионата и поднять национальную сборную. Угу.
Ну, в футболе говорят, что вратарь, да, половина команды. Я думаю, что в волейболе мы можем сказать, что связующий – это половина команды, ключевой игрок. Поэтому я тоже свой голос отдаю команды. Это мозг команды. Романа Хандролина. Мы поздравляем Романа с этой еще одной победой. И давайте сейчас посмотрим те видеонарезки, которые не попали в кадр, но оказались очень интересными и запоминающимися. Такой микс мужского и женского чемпионата. Чем занимается в свободное время капитан Мангустау? Это на Ютуб? Это на ТВ. Это на ТВ? Книга меняет мышление. Помогает. Вот. Спасибо большое. Что на завтрак у нас у Саны Анаркуловой? Вкусный завтрак. Приятного аппетита. Голодный. Наверное, все-таки больше к сладкому. Наверное, что-нибудь медовики я люблю. Да, медовики я люблю. Чизкейки очень люблю. Все. Все? Да. Спасибо большое. Все, спасибо вам большое. Конечно, это ваша штука. Я люблю часы. Люблю. Вот эти часы у меня швейцарские. Да не то, что сколько. Я иногда выбираю, мне нравится. Это, ну, как многие говорят, что это элемент власти. Да. Ой, сейчас я так сделаю. Длина направить прям утрала. Ну да, а вот эти сережки, которые я ношу уже второй сезон, все даже девочки в команде прикалываются, что взяла ли ты свои победные сережки. Ну что, это тот талисман, который приносит удачу. И он принес. Ну, видимо, да. Ну что ж, на этой позитивной ноте хочется завершить нашу программу и напоследок ваши просьбы, пожелания. Я еще раз хочу поблагодарить вот, телеканал «Каспорт» за сотрудничество, потому что очень было плодотворно. Для нас тоже, может быть, мы где-то новые начинания. Мы это сотрудничество продолжим обязательно. Вот. И надеемся, что в следующем юбилейном чемпионате вы получите качественный продукт под названием «Волейбол», мужской и женский. Вот, и можно уже обращать внимание и на дублеров, и на высшую лигу, где с каждым годом команд прибавляется. Вот когда шел пересмотр бюджета, республиканского бюджета, мы принимали участие в обсуждениях на протяжении, по-моему, 2 месяцев. Я сам принимал, защищал волейбол, вот, где утверждалось бюджеты команд, сколько можно платить и так далее. Для меня было открытие, что больше всего профессиональных клубов в Казахстане – это в волейболе, а не в футболе. Я только спасибо за чемпионат, опять же, потому что он получился, да, намного интереснее, чем женский. Ну, мы, в принципе, ожидали к этому, поэтому хочется, чтобы вот он так дальше развивался, еще больше рос. Вы сказали про то, что у вас проводятся курсы. Я прям так вспомнил, что связано непосредственно с хоккеем. Перед каждым сезоном в хоккее собирает комментаторов и судейская комиссия, и, в общем, сами комментаторы обмениваются и комментаторам где-то немножко напоминают правила, а где-то что-то рассказывают новое, что произошло. Вот если это будет, допустим, то же самое в волейболе, да, я думаю, я только буду рад лично. Хорошо. Для того, чтобы мы тоже развивались, чтобы тоже параллельно знали. Учтем. Учтем, потому что вы сказали про эту книгу, да, про 100 страниц. Я больше чем уверен, что и в любом виде спорта даже игроки, никто не знает основных правил. Поэтому если мы будем развиваться, я думаю, что мы только будем становиться более квалифицированными комментаторами. Главное, чтобы волейбол показывали на нашем телеканале, чтобы у нас была работа, 7 матчей. Действительно, и чтобы каждая игра была 3-2. Да, каждая игра была 3-2, и отработали именно я и Александр Алинин. Действительно, каждая игра, она запоминающая, это уже история. Впервые, да, такое, что все практически матчи волейбола показывались в прямом эфире на телеканале «Каспорт». Волейбол вернулся на телеэкраны. Я уверен, что все любители этого прекрасного вида спорта были рады. Все те, кто был не знаком с этим видом спорта, теперь будут болеть за определенную команду. Неважно, своего региона, за команду, которая действительно симпатизирует. Любите волейбол, играйте в волейбол. Спасибо. Спасибо большое. Ну что ж, мы желаем роста, развития, процветания казахстанскому волейболу. Дорогие друзья, на этом завершаем нашу программу. Смотрите «Каспорт», занимайтесь спортом и будьте здоровы.